С 19 по 28 февраля в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, Дубае, проходило состязание серии Гран-при по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями. И одним из участников этого представительного традиционного турнира стал студент Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича Шамякина Иван Лукашевич. Там я бежал дистанции 1500, и чтобы поддержать скорость, так сказать, скоростные качества, дистанцию 400 метров. Ну, занял на этих дистанциях два первых места, чем, конечно же, очень доволен. И, в принципе, можно сказать, что результат показал очень даже неплохой для конца сезона, но хотелось бы лучше. Добавим, что турнир, который выиграл Иван, традиционный. Его ежегодно проводит с 2009 года Дубайский спортивный клуб под патронажем премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда ибн Рашида Аль-Мактума. И то, что студент МГПУ сумел достичь в Объединенных Арабских Эмиратах победы, дорогого стоит. Кстати, отметим, что Лукашевич уроженец Бреста, и почему именно Мозырский вуз избрал своим высшим учебным заведением легкоатлет, и какие дальнейшие старты у этого талантливого спортсмена. Ну, Мозырь выбрал, потому что тренер тут учился, да и очень много брестских ребят тут учатся, которые я знаю, с ними удобнее как бы ездить, добираться. И здесь как-то намного проще учиться, очень другое отношение к спортсменам. Ну, дальнейший старт – это чемпионат мира, опять же, пройдет в Дубае. То есть вот этот вот старт, который был недавно в Дубае, это было как прикидка, то есть они составляли программу уже, то есть уже известно, какая будет программа на чемпионате мира и когда какие дистанции. Пожелав успеха Ивану, отметим его тренера Сергея Борисовича Чебряка, а также то, что двукратный чемпион Гран-при, студент факультета физической культуры Мозырского государственного педагогического университета, настоящий кузница спортивных кадров.